Мне было тогда 10 лет. Когда вот в школе-то была в сентябре, учительница спросила, кто знает про войну стихотворение? Я поднял руку. Ну, расскажи, я ей говорю, я начал. Климу Ворошилову письмо я написал, товарищ Ворошилов, народный комиссар. В Красную армию нынешний год, в Красную армию брат мой идет. Слышал я, фашисты задумали войну, хотят они разграбить советскую страну. Здесь лежат более 2000 солдат и офицеров. Здесь дважды был сильный бой, когда отступали наши войска и когда наступали. Здесь дважды в рукопашную сходились, Василием Рукаве особенно. Там очень много, очень. И немцев там много легло, и наших легло. Ну, в 2002 году, значит, по благословению высокопреченнейшего митрополита Ювеналия, мы начали строить храм-памятник воинам-сибирякам и всем воинам, павшим здесь в годы Второй мировой войны при освобождении Москвы от немецко-фашистских захватчиков. Милостью Божией был выстроен вот этот деревянный храм, он практически был выстроен за 2 месяца. Престол был назван в честь иконы Божией Матери Адигитрия, что значит путеводительская, смоленская икона Матери Божией, путеводительская, дабы Матерь Божия вела нас, так сказать, по пути создания нашего прихода. Впоследствии мы начали строить уже и белокаменный храм. И вот приехал ко мне милостью Божией, приехал замечательный человек, и у него работало очень много рабочих армян, среди которых были и каменотесы. Привез их сюда, значит, сказал, отец Сан, даю тебе 10 человек, буду им оплачивать зарплату. Вот. Но если камней нет, я их заберу. И у меня были жизненные истории, когда, так сказать, доходило до слез, и когда заканчивался камень, их должны были увезти. Потом раз подъехал замечательный человек, опять же, милостью Божией, позвонил мне и говорит, отец Сан, хочу подъехать посмотреть. И мы были должны 10 тысяч долларов за камень. И, так сказать, он достает вот на этой паперте, достает 10 тысяч долларов, мне вручает. Я звоню, и камень снова нам привезли. Армян не увезли, они продолжили работу. Храм продолжил строиться. И по милости Божией, в 2008 году мы осенью подняли крест. Если освободили 12 декабря, Лызлова 15-го, а вот Тучкова только сумели освободить 12 января. До Дорохова дошли только с нами, а дивизия осталась. Все легли здесь. Они прошли-то 7 километров. Освободили от нечисти, от этой поганой. Поезда ходили до Кубинки. Дальше было все. Это разобрано, там стреляли, нельзя было. И вот 40 градусов мороза, по пояс снегу. И вот они 30 километров, голодные. Тыл-то пришел, наверное, дня через два. А чем? Проехать нельзя. Где можно проехать, там
пушки да танки стоят, не пропускают немецкие, а тут иди свободно. И вот там много было, где два, где три, где пять сидят, даже не успевали цигарку, самокрутку выкурить. У кого рукав выгорел, у кого пола выгорела. Не раненые, замерзли. И вот я и ходил в Лызовский, в этот лес, думаю, там, может, в рюкзаках сухарики, там концентраты. Ничего чисто, все чисто. Я думаю, пойду в Кулебакино, может, там что найду. Поесть. Ну, иду туда, ток от Неверова отошел, колонна идет, человек 200. И летит самолет двухкрылый. Низко-низко опустился. И снял там этот летчик, второй сидел, шапку свою, и вся колонна сняли, как один. Друг с другом попрощались, тоже махали. И вот буквально вот отсюда он, только долетел вот несколько сот метров, и его сбили. Ну, сейчас в упор. А вон там был бросер, где лес, перед лесом. И вот оттуда они. А тут вот, я говорю, можно было оврагом, солдатом пройти или лесом. Зачем вот шли прямо по полю-то? Поэтому такие большие были жертвы. Они победили потому, что был великий героический подвиг у этих людей, у этого огромного количества людей, наших отцов, был великий героический подвиг, потому что они в 15 лет приписывали себе годы, шли в военкомат и шли на фронт. Сейчас они идут в военкомат, прячутся от армии. А тогда они шли в военкомат, приписывали себе возраст и шли на фронт воевать за Родину. Ну и потом, когда уже погнали немцев-то, вот тут вот, это на моих глазах, этот бой-то был. Я думал, прицельные они стреляют. Они вот из-за угла высунут, это, витовка, та-та-та, в сторону Кулебакина. А стреляют немцы, стреляют в нашу сторону. Потом второй идет по очереди. Они по очереди стояли и вдруг так стреляли. И в 4 часа утра все немцы грелись у печки. А ведь морозы-то были большие, 40-градусные. Потом убежали куда-то, тишина. Потом кто-то стучит. А это открывает. Сейчас пройдет. Открыли, а там наши в белых халатах разведчики. Немцы есть. Ну, нет, радость такая была. Ну и женщина спрашивает, кто вы? А за кого молиться-то? Мы, говорит, сибиряки. Обождите минутку. Когда встал вопрос о том, какой проект взять для строительства храма-памятника воинам-сибирякам, всем воинам павшим, то мне рисовали много эскизных проектов. Все они были очень похожи на Покрова на Нерли. И когда мы стали думать о том, что Покрова на Нерли, ведь это же храм-памятник воинам, да, то есть святой благоверный князь Андрей Боголюбский построил его в память своего погибшего сына и всех воинов, павших в боях с болгарами. Почему бы не построить прямо Покрова на Нерли?
Здесь уже все забыли, что здесь проходил большой московский тракт, соединяющий Европу с Россией. Но по этому тракту шли поляки, литовцы, потом французы же по этому тракту шли, немцы. 812 год, и Курская дуга, и Сталинградская битва, и 41 год, он сейчас проходит прямо по нашему сердцу, вот здесь линия фронта. Конечно, основная задача наша – это чтить память воинов, павших здесь, и их великий героический подвиг, который они совершили, передавать детям, рассказывать, чтобы дети наши знали об этом. Ну и, конечно же, не просто, так сказать, только чтить их подвиг, но а самим уже совершать сегодняшнюю историю, вот, и закладывать историю на будущее. Для того, чтобы вот эту историческую память сохранять, люди помнили о ней, наши дети помнили о ней, выросли достойными православными христианами, мы хотим создать некую общественную структуру, военно-спортивный мемориальный комплекс «Парк-сквер». На том месте, где воевали наши воины, будут на постоянной основе построены военно-историческая реконструкция. Окопы будут с одной стороны, окопы будут с другой. Блиндажи с одной стороны, блиндажи с другой стороны. Военная утварь воинов Красной Армии, военная утварь, может быть, немецкая даже будет. Пусть люди знают, как жили немцы, как жили наши солдаты. Люди в течение всего года будут приезжать, смотреть, видеть, как это было, как жили наши отцы в этих окопах. Но кроме того, конечно же, там можно проводить и соревнования по биатлону, соревнования по лыжам, соревнования по... Я вот духовник станичного казачьего общества, может быть, дети даже будут приезжать из ДЦП, которые, общаясь с лошадью, говорят, выздоравливают. Соревнования на квадроциклах, на снегоходах, мотоциклах, на джипах, там. Соревнования по стрельбе, там, из пневматического оружия, допустим. Пневматическое это им возможно делать, пацанам, которые достигли 14-летнего возраста. А по планерному спорту. Приход наш – это живой организм, который не хочет просто вот стоять на месте, но хочет развиваться и в дальнейшем, который хочет занимать активную гражданскую позицию. Мы с вами, православные христиане, должны свято чтить историческую память, правду историческую. И не только чтить и почивать на лаврах и на героических историях наших отцов, но и свою жизненную историю строить, соответственно, их великому жизненному подвигу, их великой жизни, и воспитывать наших детей в вере, православии, в уповании на промысел Божий, на милость Божию и в святом почитании всего того, что было в истории нашего Отечества. Храни вас Господь и Матерь Божия. Доброго здоровья. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Kyrie eleison, 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 Kyrie e